каждой войне люди не только погибали. Я говорю о том, что как боятся сказать герой фильма «Живые и мертвые», точнее, как он сказал, генерал Сербин, а он сказал: «Я смерти не боюсь, я без вести пропасть не имею права». Сколько их пропавших без вести? С одной стороны, не похоронка, и значит, у близких была и есть надежда, может, жив. Но идут годы, проходят десятилетия, закончилась война, а надежда медленно умирает. Сметанин Сергей Васильевич, 1910 года рождения. Ушел в 41-м красноармейцем на фронт, оставив дома 5 детей, младшему из которых Николаю не исполнилось 2 лет. В сентябре 41-го со стрелковым полком номер 1087, где он служил, пропала связь. В ноябре 41-го пришло извещение. Пропал без вести. Композиция «Найди меня», музыка Сергея Сметанина, стихи Дмитрия Здраевского, поет Яна Леонтьева. За роялем автор Сергей Николаевич Сметанин, названный так в честь своего деда. Встречайте. Я сгинул на войне, на том велика.
Яна Милонцева и Сергей Смитянин. Прошло время и случилось то, о чем мечтал каждый житель нашей страны.